Так, товарищи, кто за то, чтобы Владимир Владимирович руководствовал собранием? Убрали 27-го 3-го месяца вот этого года, мы ему повесили контрольный счетчик. 14 апреля мы сняли показания. Выходит по контрольному счетчику, он расходует 95 киловатт в день. По его счетчику он 35 киловатт расходует. Кто 60 киловатт в день должен оплатить? Мы садоводы. Вот это инициативная группа. Теперь, значит, инициативная группа «Король», которая должна 49 тысяч. Значит, два дома, два провода было. Один без счетчика, второй со счетчиком. Намотало 49 тысяч. Кто за это должен платить? И не платит. Кто? Теперь, значит, это вот инициатива, значит, 279. Извините, пожалуйста, мы на через 2 недели мы снова не соберемся. Я предлагаю, Валентина Николаевна, я уважаю этого человека, спасибо ей скажу. Я предлагаю избрать, кто здесь есть юрист, хороший юрист, и вести собрание, составить все протоколы, и будем избирать. Кого? Валентина Николаевна, другого человека, но мы не соберемся. Я вам просто хочу сказать следующие вещи. Давайте сделаем сегодня это. Ну что ж такое? Что вы хотите, что вы у нее спросите, сколько она должна СНТ? Сколько в карман положено? Не надо взаимных обвинений. Я вас всех просто прошу. Давайте мы все-таки организуем собрание. На следующее собрание столько народу не придет. И проведем его в заочной форме. Не надо заочно. Нашими некомфортными условиями, отсутствием дорог и неконтактом председателя с всеми членами СНТ. Вот первый вопрос хочу включить для достижения